1 мая, РИА Новости. Народная артистка СССР, первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений Майя Кулеева скончалась в Ашхабаде на 98-м году жизни, сообщает во вторник русскоязычная газета «Правительство нейтральный Туркменистан». Майя Кулеева в 1938-1941 годах училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. Трудовой путь она начала в 1941 году артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссером, режиссером-постановщиком этого же театра. Кулиевой в 1943 году было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР. В 1952 году – народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР. Во время правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова опера, как балет и цирк, были преданы забвению. Туркменбаши считал, что эти виды искусства непонятны и чужды туркменскому народу. Гурбангулы Бердымухамедов, избранный в 2007 году на пост президента Туркменистана, вернул в страну оперное искусство. Более того, глава государства в 2008 году за вклад в развитие туркменского искусства подписал указ о присвоении Майи Кулеевой звания Герой Туркменистана с вручением золотой медали Алтын-Яу «Золотая луна», «Некролог», опубликованный в нейтральном Туркменистане, и подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем парламента и членами туркменского правительства, заканчивается словами: «Да упокоится в раю ее душа, да коснется ее благословение».